Скажи, не мама от мене.
Христос все рождает.
что здесь многие лучше меня это все знают. И я опять хочу передать как бы слово моим молодым коллегам. Они про себя сами скажут, как мы уже с ними договорились. Он сам рождается, он сам себя представляет. Пожалуйста. Yeah.
Я не знаю, как я так чуть-чуть как бы прикосновения к ним имею, к этому ансамблю, да? Вот. Я хотел бы промежуточки, чтобы не только пели, чуть-чуть как бы представить, чтобы познакомить. Ансамбль новый, и может быть вы имеете шанс познакомиться с людьми, которые будут известны всей России. Да? Это наш ансамбль славянской песни, славянской. Здесь представители всех народов славянских, Болгарии. Вот, русская, и если по отсюда был край, так получается так, да? Вот. Так что это начало очень хорошее, тем более наше трудное время. Нам надо всем объединяться на хорошей основе, да? Думаю, какая будет лучшая основа быть, чем наша песня? Она вообще наша душа наших народов. Вот сейчас, я не знаю, как вы вместе ремонтировали этот дополнение. Ну, смотрите сами. Но не могу еще представить эту песню, но мы с удовольствием послушаем. Столько здесь вот? Сколько хотите. Что у вас готово, то спойте. И потом сами себе не забудьте в конце представить. Вообще-то я хочу сказать, что это ансамбль и название «Возле стрела». Ну что это такое, не все потом расскажем. Уж ты, бабочка молоденькая, чернокровая, хорошенькая, чернокровая, хорошенькая, уж не перед меня высушила, уж не перед меня высушила, без морозу сердце.
сомневаюсь. Он хотел сказать юг, да, но сомневаюсь. Сережа, ты что представляешь нас, как бы так по географии? Бессарабскую Болгарию. Бессарабскую Болгарию, видите. Так что, вот получается, вся широта России представлена здесь. Правда, это уже не Россия. Да, ну уже не Россия. Да. А в саду дерево цветет, да казаку поход идет. Раз, два, курили беда, да казаку поход идет. Раз, два, курили беда, да казаку поход идет. Раз, два, курили беда, да казаку поход идет. Зима. Крестьяне торжествуют, на дубовник обновляет путь. Его лошадка снег почует, летит за рысью как-нибудь. Роды пушистые скрывает, сидит кибитка удалая. Ямщик сидит на облачке, в тулупе красном пушачке. Вот бегает дворовый мальчик, салатки шишку посадил, себя в коня обратил. Шалун уж заморозил пальчик, и мы и больно, и смешно. А мальчик сидит ему в окно. Слон и моська по улицам вода водили. Как видно в боках, известно, что слоны в диковинку у нас. Там за слоном толпы зевак ходили. Откуда я возьмись навстречу моська им? Увидишь слона, будет он метаться и лаять, вещать, и рваться. Ну так и лезем драку с ним. Соседка, передай срамит, и шапка говорит, тебе слоном возиться. Смотри, уж ты хрипишь, а он тебе идет вперед, и лай твоего совсем не примечает. Ап-ап! И мальчик отвечает, вот надо мне и дух придает, что я совсем без рыб могу попасть в большие звяки. Пусть скажешь, брат, собаки, а и моська надо почти всегда ловить на слона. Старушка пошла продавать молоко. Деревня от рынка была далеко. Устала старушка. И кончив дела, у самой дороги вздремнулась, прилегла. Старушке веселый щенок подошел. За юбку схватил и порвал ей подол. Погода была на тому.
Где мама? А мама-то что вообще зажимает? Я хотела маму показать. Да? А, надо свет включить? Надо свет включить. Снимите маму, пожалуйста. Что я могу?
то есть их первую очередь, это конечно. Данные детские библиотеки. И тем, кому немножко за 30. Значит, мы дальше с вами должны думать, что данный родитель. На данный период времени 5/5/7 сможет создать нам то желание и те возможности, какие мы с вами можем в жизни ожидать. Значит, данный родитель на себе важно написать крест. Видите, крестик возник задолго до того, как возникло понятие христианства. Задолго, за много веков, до возникновения христианства, появился вот этот самый крестик. Изначально, когда христианство возникло, крестно признавали тем, кто кресту поклонялись и сжигали на огне. Крест самый древний, но самый древний науки, самый сильный. Самые высокие науки, но они перешли через века. Они испытали боль, терпение, слезы, кровь. И однако все-таки к нам пришли. Поэтому данный год, с которым я сейчас буду говорить, я буду крестить крестом. Крестили крестом во время все еще служения. Вероятно, тоже ведая вот те древнейшие занятия. И поэтому, если кто из вас сегодня захочет на будущее свою жизнь иметь что-то в начале сегодня, я хочу, чтобы эта мысль ваша была целенаправленной. Не просто пусть будет так, как я хочу. Очень конкретно сложно. Если она будет как-то достижена, если это получится, тогда удивительная женщина, хозяйки вашей библиотеки, хотя бы по платочку или по крапинке, крапинка крестика, ну жадно звездно.
свидания. Thank you.
Красной девице на правое плечо, раскрасавице на правое.
напугал. Воронский, сделайте девочки на Воронский в центре. Хорошие. О, хорошие. Ну, немножко пузырёт. Вот. И держите. Хорошо. А что не любите? А потом ловите, нам и слова ловить. Ну, давайте я вам помогу. Давайте. 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 Там не кружочек. Костик, Костик, Костик. Держите. Друг за руку. За руки возьмите. Дети, ворожла, мука. Там девушка просила меня что-то пересказать. Она будет петь.
Не хорошо. А вот который, по-моему, так сейчас... Который в стрельбе. Который в стрельбе? Mm-hmm. А пойдемте. Попросили. Неудобно, действительно, они играют. Они неудобно, они там... Ну, все они играют. Мы тут поем. Потому что с двух часов у нас репетиция, у нас еще новые репетиции, поэтому мы спустились. Мы обсуждали эти репетиции. А чай я поставлю быстро, чай я поставлю. А главное, что... А там сегодня солируют в танцах. Большой просьбе. Если вы не любите, не товар, то вам мы...
А вот. Thank you.
Thank you.
что друг жить без приключений, их с приключениями тоска везде, как беспокойный гений, как верная жена близка. Приятно с шумной толпой сидеть за каменной стеной, любовь и ненависть познать, что просто об этом поболтать, а после указать повсюду с невольной важностью лица мужчине глупость лица, а каждой женщине Иуду. А потрудитесь посмотреть. Все веселее умереть. Конец. Как звучно это слово. Как много, мало мыслей, в нем минутный крик, и все готово, без дальних страхов, а потом вас чинно в гроб положат. И черево скелета положат, а там на сливе, в добрый час преданий монументом вас, простит вам всякую обиду на доброте души своей. По воле вашей церквей отслужит верно панихиду, которой, я боюсь сказать, не суждено вам услыхать. Когда ж стеснится уж кладбище, то ваше узкое жилище разорует гордой рукой и гроб положит к вам другой. И рядом с вами дева наша одна, мила, покорна, хоть бледна. Но ни молчанием, ни взглядом не возмутится ваш покой. Что за блаженство? Боже мой! Ножная ворота, чай ворота, а пила только молоко и вино. А принц молока не пил, а пил только водку и вино. Да и принцесса, собственно, тоже нос скрывала. А принц был бесстыдник и не скрывал. Не пью молока, говорил он всегда, а пью только водку и вино. А принцессочка потихонечку из-под фарточки доставала бутылочку, и хлоп, значит, тоже пила. Принц говорит, ты бы мне дала. А принцесса говорит, а, самой мало. И хлоп, значит, дальше. Но принц говорит, ты ведя. И хлоп ее мордой о пол. Принцесса, значит, всю харю о пол расшибла, лежит на полу, плачет. А принц в мантию завернулся и ушел на башню. Там у него клетки с курами стояли, он, видите ли, кур разводил. Приходит принц на башню, а куры орут, пищи требуют. Одна курица от нетерпения даже ржать начала. Но ты, говорит, не принц, шантатля, напись, пока по зубам не попала. А курица русского языка не знает и продолжает ржать. Курица, значит, ржут. Принц на башне матерно ругается, принцесса на полу плачет. Вот какой рассказ написал Александр Романович. Ну что, по одному рассказу? И на что Александр Иванович? Это очень умный человек. Это очень талантливый писатель. Он умный человек и очень добрый.
Целую ее девушку, Олег. Получилось? Получилось, ты еще не снимал. Дубль номер два. Смотри, сейчас вот сейчас компромат. Учись, да? Вообще, светская традиция крещения просто вот, и мы тихо сейчас будем сидеть и слушать музыку, мы будем играть тихо, печаль, печаль. Но, то есть буйные веселья не должны быть, но немножко так развеселиться. Можно, да? Можно, конечно, развеселиться, но не очень пьяно. Видите, так, вот вместо ха-ха-ха, еда. А вы тоже споете, сыграете такое спокойное.
задумайте еще рано. Вы потом запряжем. Вы со слоями не пытались. Не, ну, Валерий, мы сделаем сейчас перемещение Леонида Шипи для Балабыча. И капитан. Там небольшая такая... Объявить.